Пожар в торговом центре «Адмирал» в Казани лишил семью Касымовых не только бизнеса, но и жилья. Их площадка и товар на ней сгорели, а перед этим предприниматели взяли кредит в 1 000 000 рублей, но по невнимательности подписали не договор залога, а договор купли-продажи. Правда, говорят, что кредитная компания их обманула, продавать квартиру они не собирались, но и, естественно, после потери бизнеса выплатить деньги Касымовы не могут. Решением суда квартиру у них забрали, и теперь семья вынуждена жить в автомобиле. Это получается, мы как бомжи на улице, которые не помыться, не в туалет, наверное, никаких условий, никаких ничего нету. Вот, поспать и все. Решение о выселении сестры Касымовы пытаются оспорить через суд, однако понимают, что перспективы успеха достаточно туманные. Их мать, пенсионерка, после случившегося попала в больницу, ее госпитализировали в прединсультном состоянии. Теперь я лежу в больнице.